Right to Life presents. Очень часто внешность бывает обманчива. Так и герой этого видео не мог дождаться помощи из-за своей болезни. Люди брезгливо обходили его стороной, не желая помочь. На счастье щенку, один из прохожих все же остановился. У него жалось сердце от беспомощного вида малыша, и он решил действовать. Он позвонил в местную службу спасения животных, и началась борьба за жизнь щенка. Когда Майкл приехал на место, он обнаружил несчастного 7-месячного щенка, нуждающегося в помощи. Майкл сразу понял, что действовать нужно быстро, так как щенок почти уже не двигался и просто лежал. Однако маленький Майло закричал от страха, когда Майкл попытался его поднять. «Мне потребовалось около 5 минут, чтобы взять и удержать Майло с помощью моих сотрудников. Затем мы отправились в ветеринарную клинику». В ветеринарной клинике у щенка взяли все необходимые анализы и смогли определить, что у него тяжелая форма демодикоза, сказал Майкл. Именно поэтому у него был такой пугающий вид. Медлить было нельзя, и волонтеры немедленно начали лечение. Майло был таким маленьким и ослабленным, настолько, что на его теле почти не было шерсти, от недоедания торчали ребра. Уже через некоторое время, благодаря лекарствам, любви и заботе новой приемной семьи, его состояние начало улучшаться. Постоянные лечебные ванны и мази, антибиотики за ним наблюдали каждый день. Такого внимания Майло еще никогда не получал за свою пусть и небольшую жизнь. Его невероятное исцеление стало возможным благодаря такой большой любви и заботе. Он вновь обрел уверенность и быстро стал словно новым щенком, говорит Майкл. Через 50 дней после того, как он нашел его, Майло почувствовал себя намного лучше и был почти полностью здоров. Он стал совершенно другим щенком. Свидетельство его трансформации вы можете увидеть на фотографиях в этом видео. Его изменения удивительны. Но временная семья, на то и временная, и пришло время Майло съезжать. Но Майкл твердо решил найти постоянный дом и любящих хозяев для щенка, который уже так много пережил за свою короткую жизнь. Благодаря стараниям он нашел идеальный дом для Майло, где он и останется навсегда в Фениксе, штат Аризона. Семья захотела усыновить его и уверены, что он будет очень хорошо ладить с 3 другими собаками, которые уже есть в их доме. У него самые лучшие собачьи родители, братья и сестры. Когда прошло 70 дней с тех пор, как Майкл спас Майло, пришло время прощаться. Незадолго до Рождества Майло отправился в Соединенные Штаты, чтобы переехать к своей новой семье. Сегодня Майло чувствует себя отлично. Он очень счастлив, что живет в новом доме и очень обожает играть в снегу, чего он никогда не делал бы в Таиланде. Мы желаем Майло удачи в Соединенных Штатах и рады, что его новая жизнь стала такой прекрасной. Уважаемые зрители, если вы видите животное, которое нуждается в помощи, найдите время и помогите ему, ведь кроме вас может больше никого не найтись. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.